Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что существуют различные вариации и виды заболеваний гриппом. Также не исключено появление нового вида вируса. Для России характерно высокий процент заболеваемости, эпидемия, в зимнее время года. Поэтому в этом году, в период с 5 сентября по 5 декабря, в медицинских учреждениях проводятся мероприятия по вакцинации населения. В планах на этот год привить 40% населения. Бесплатно по национальному проекту дали вакцину в количестве 12 660 доз. Дали на детские сады, на школьников с 1 по 11 класса, на работников детских образовательных учреждений и работников образования. Дальше на медицинских работников, также дали на коммунальные сферы, на транспортные сферы, на пенсионеров старше 60 лет. То есть это все бесплатно. Вакцина Гриппол, мы всех ставим, всех прививаем. А платно по эпидпоказаниям, то есть за свой счет работников торговли, промышленные, это заводы, предприятия. Вакцина может приобретаться самостоятельно, как отечественная, так и зарубежная. Контингенты, подлежащие прививочкам, это значит люди старше 60 лет, то есть у кого ослаблен иммунитет, рекомендуется. Значит, взрослым и детям, часто болеющие ОРЗ, то есть страдающие хроническими заболеваниями. Ну и также лица по роду профессии, имеющие высокий риск заболевания гриппом или заражения других лиц. То есть вот кто контактирует с населением. То есть как бы прививаться, конечно, нужно. Тем более там содержится, в вакцине содержится препарат полиоксидоний, то есть который повышает иммунитет. У многих граждан возникает сомнение, участвовать в прививочных мероприятиях или нет. По показателям прошлого года привилось более 40% населения, тем самым удалось избежать массовой вспышки заболеваемости.